Юбилейную линейку начали с гимна России, которая 2 года назад стала еще больше благодаря присоединению Крыма. В современном неспокойном мире наиболее ценным сейчас в образовании и важным является патриотическое воспитание детей. Крым – это то, что объединяет всех россиян. И поэтому сегодняшняя дата особенно отмечается в школах. Историческое для страны событие ученики 24-й школы отметили ярко. Патриотические песни о России, о Крыме, о городе-герое Севастополе, смотр песни из строя. Все дети в стилизованной под морскую форме. Слове и ноте – гордость за родную страну. Крым вернулся в родную гавань, на большую родину. Об этом сегодня знает каждый сочинский школьник. У нас был большой восторг, потому что мы очень рады, что Крым наконец-то переехал в Россию. Это очень важно, во-первых, для России, потому что после Великой Отечественной войны те люди, которые жили в Крыме, в Крыму, это были, наверное, большей части это россияне. Они очень рады этому празднику и тоже, наверное, сейчас отмечают в Крыму. По новостям смотрели, да, конечно, радовались. Переживали тоже. Да, когда вот проходил у некоторых много родственников на Украине осталось. Так что переживали все безумие. Были, правда, рады. Сегодня в каждом классе прошли специальные уроки, посвященные Крыму. Школьники узнали еще больше о полуострове, о его роли в Великой Отечественной войне, ну и, конечно, об историческом референдуме 2014-го. Мы вместе. Занятия прошли под таким девизом. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.